Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В этом видео мы с вами разберем пятерку наушников HTC, рейтинг лучших. Все товары идут с Яндекс.Маркета, ссылки все будут в описании. Первым нашей пятерке идут беспроводные наушники HTC стоимостью 3690 рублей. Давайте перейдем к характеристикам данных наушников. Это беспроводные наушники, есть система активного шумоподавления, в особенности конструкции входит микрофон, соединяются они по Bluetooth версии 5.0. Рейтинг у данных наушников 4.8, в принципе здесь на Яндекс.Маркете их не часто заказывали. Что касаемо плюсов и минусов, да, то в принципе есть достоинство, это внешний вид, кейс прикольный такой, наушники не выпадают ни из кейса, ни из ушей, при разговорах все хорошо слышно. Также очень хорошее шумоподавление, то смотреть фильмы, слушать какие-то, прослушивать какую-то музыку, да, то с этим наушники справляются хорошо, без дополнительных настроек, как бы, да, здесь все нормально, то есть, как бы, даже тут к минусам отнести, в принципе, нечего. Также плюсом у всех написано, что это звучание, цена, эргономика, время работы, то есть, как бы, по большей степени, конечно, плюсов больше, чем минусов. Единственное, что там из недостатков можно указать, то, что легко можно поцарапать бокс, как бы он такой, на нем сильно видно будет именно царапины, да. Иногда есть проблемы с подключением, не с первого раза подключается. Ну, а так, как бы, в принципе, вопросов нет. Наушники неплохие за свою стоимость. Выглядят вот таким образом. Идет кейс и наушники в комплекте. Следующие наушники у нас тоже беспроводные, HTC. Стоимостью 1990 рублей. Как и предыдущая модель, идут в кейсе. Вот таким образом они выглядят. В комплектации идут наушники и кейс. Что касаемо характеристик по данным наушникам, то они идут беспроводные. 20 тысяч Гц максимальное воспроизведение, чувствительность 94 дБ, один наушник весит 4,5 грамма, а есть функция вызова голосового ассистента, диаметр мембраны 6 мм, есть класс защиты IPX5, есть микрофон, также есть влагозащита, в комплектации идет кабель USB, соединяется по Bluetooth версии 5.0, время работы 6 часов и время работы от аккумуляторов в кейсе 24 часа. Кейсы заряжаются через USB Type-C. Емкость аккумулятора кейса 400 мА. В комплектации идут наушники, футляр, сменные силиконовые амбушюры и инструкция. Дальность действия 10 метров. Соединение с каким-то устройством. Рейтинг здесь 4,5, отзывов здесь, кстати, очень много, их часто заказывали. К плюсам можно отнести удобство, качество сборки, хорошо держится в ушах, не выпадают, как бы, также не выпадают из кейса, то есть хорошо там крепятся, звучание хорошее, плюс то, что есть влагозащита, соответственно, если вы там вспотели при занятии на тренировке, к примеру, да, либо же попали под дождь, то с наушниками ничего не случится. Что касаемо недостатков, то не всем нравится звучание, плюс считают, что корпус слишком хлипкий и, соответственно, долго не прослужит. И у кого-то там проблемы могут быть, там, да, потерялся наушник, то есть еще что-то, но это вот как бы именно вот процесс использования. На Яндекс.Маркете рейтинг 4,5, в принципе, у данных наушников, на других сайтах рейтинг 4,7, то есть плюс-минус, как бы, отзывы везде одинаковы. Следующие наушники у нас HTC стоимостью 1486 рублей, сейчас по скидке идут 32%. У данных наушников также конструкция идет вкладышами, беспроводные, динамическая технология, 107 дБ чувствительность, есть из функции вызов голосового ассистента и регулировка громкости. Они идут без крепления, класс защиты IPX5, есть микрофон, влагозащита, и для детей данные наушники
можно использовать. Подключение по кабелю 30 сантиметров, в комплекте кабель USB, соединяются по Bluetooth версии 5.1, время работы 7,5 часов и время работы от аккумулятора в кейсе 30 часов. Заряжается кейс с помощью USB Type-C, время зарядки кейса 1,5 часа. В комплектации идут наушники, футляр, сменные силиконовые амбушюры и инструкция. Дальность действия 10 метров. Рейтинг у данных наушников на Яндекс.Маркете 4,3. По плюсам и минусам то, что звучание хорошее, заряд хорошо держит. Из недостатков это показались неудобными сенсоры. Также, если там наушник поправляешь, то он отключается и плохо идет зарядка. То есть это вот может быть единичный случай, у кого-то были вот такие проблемы с данными наушниками. А на других сайтах данные наушники имеют рейтинг 5.0, то есть полностью данными наушниками все довольны. Вот таким образом они выглядят, подключаются по Bluetooth, в комплектации идет все, что было указано мной ранее. Следующие наушники у нас идут HTC, стоимость 4290 рублей. Данные наушники на Яндекс.Маркете еще никто не заказывал, но на других платформах у них рейтинг 4,7. Они идут с соединением по Bluetooth, но они идут с проводом, то есть вешаете на шею и, соответственно, пользуетесь данными наушниками вот таким образом. Они идут как внутриканальные, беспроводные. Идет у них по креплению шейный обод. В конструкциях, особенности конструкции, да, есть микрофон, разъем штекера USB и соединяются по Bluetooth версии 5.0. Рейтинга здесь на данном сайте Яндекс.Маркета у данных наушников нет. На других сайтах данные наушники имеют рейтинг 4,7. В целом неплохие наушники именно вот для занятия спортом, зато вы их не потеряете как вкладыши. Ну и последним в нашей пятерке также беспроводные наушники, 3699 рублей их стоимость. Это беспроводные наушники, соединяются по Bluetooth версии 5.0. Это полностью беспроводные наушники с функцией гарнитуры. Высокое качество звука, индивидуальные настройки и до 7 часов работы без подзарядки. Вот таким образом они выглядят. В комплектации идет USB кабель, наушники и, соответственно, кейс. Рейтинг на других платформах у данных наушников 4,8. На сайте Яндекс.Маркета пока их не заказывали, но это тоже неплохая, скажем так, версия наушников HTC, и за свою стоимость можно их приобрести. Вот такая пятерка наушников у нас получилась. Все товары идут с Яндекс.Маркета, ссылки все будут в описании, можно будет перейти и ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!